Всем привет, дорогие друзья, с вами Доктор Исследин, и сегодня я хотел бы вам сделать такой мини-гайд по аннигилейшену, вот, будет гайд по тому, как выбрать два класса сразу. Будет, например, вот транспортер, вот я недавно купил этот транспортер, он вообще самый крутой, в общем, вот, и, например, хотите, чтобы у вас был транспортер и, например, скаут, вот, это сделать очень легко, и у вас будут сразу две профессии, как бы, класса, два класса сразу будет. Это на самом деле очень круто, да. Узнал об этом баге вот такого вот, не я, а Демастер. Я вот у него посмотрел и тоже захотелось заснять, вот. И давайте приступим к началу. Для этого вам понадобится, ну, любой класс, но для меня это транспортер, например. Вот, какие классы. Идем к приватной печке. Так, на Skylands это вот тут вот где-то. Вот, вот приватная печка. Так, заходим. Вот так. Компас. Компас вот сюда отложим. Эту штучку сюда. Наводим сюда и нажимаем циферку 1. Все. Все, больше ничего не делаем. Просто закрываем Escape. Идем быстро, бежим. Ну, не быстро, в общем. Просто бежим менять класс. Вот, например, я сейчас поменяю. У меня скаута нету. Ну, вот, например, я буду этим варьером. Как бы это круто будет. Чё, варьеры, транспортер одновременно. Так, вот. И просто меняем. Вот, берем варьера. Все. Потом просто бежим к нашей приватной печке. Так. Бежим. Так, и вот у нас Portal Make. Вот это нафиг выкидываем. И нажимаем циферку 1. 1. Все, отлично. Теперь мы варьер... Варьера транспортер, так сказать, да, мы можем встать порталы. Вот, вот, вот как-то так. И вот, видите, телепортация, да, все нормально работает, все отлично. И мы варьер, да, мы варьер, вот меч. Вот, видите, все, мы варьер транспортер. Но, вообще, мне этот баг очень понравился. Вот. И, что ж, ну, думаю, на этом все. Может быть, часто мне такие вот всякие вот баги, лаги будут выходить. В общем, как узнаю о каком-нибудь баге, сразу же сниму новый. Ну или вы можете писать мне в комменты, какие баги, я их засниму на Ignition. Вот. Ну а так, с вами был Доктор Исследин. Подписываемся на канал, ставим лайки, ждем новых видео. И извините, что так долго не было видео, просто не мог записывать. Вот. И... Он читер. Запомните его, забаньте, кто админ там футбола, я не знаю. Вот, Руёл, какой-то там ник у него. В общем, видели, он сломал портал. Он чисто взял и сломал мой портал. Это как вообще? Ну ладно, это не в том дело. В общем, с вами был Доктор Исследин. Подписываемся на канал, ставим лайки, ждем новых видео. И всем до скорого, всем удачи. И... А, еще хотел сказать вот что, что если вы умираете, портал сломается, и у вас только будет варьер, да. Это очень жалко, но это все равно. Вот смотрите, сейчас продемонстрируем. Падаем. Умираем. Давай, давай. Отлично. И все, видите, у нас обычный варьер. Ну, это все равно круто. Да. Ну и что ж, да. Наконец-то я с вами попрощаюсь. Да, это уже точно я попрощаюсь. С вами был Доктор Исследин. Подписывайтесь на канал, ставим лайки и оставляем комментарии. И все. Всем удачи, всем пока. Пока.